Всем привет! Давно ко мне обращаются с просьбой послушать Фараона в очередной раз. Хотя скажу, что небольшая его поклонница. Но меня все время упрекает, что я его недооцениваю и так далее. Ну что ж, пускай будет третья или четвертая попытка, даже уже не помню, наверное, третья. Итак, сегодня Джемба, Фараон и Чайн Сау. Брошенный дом, всеми заброшенный дом, цепи на мне и на нем, на мне навьё, эта штука со мной, я зову её бензин. Только подумала, какое начало положительное, вот такой вот положительная энергия пошла, думаю, не похожая на Фараона. Светлые костьми остояли стеной. Я сжигаю рубли холодной зимой. У неба луна, я гуляю с пилой. Оставь себе деньги, заплатишь душой. Демоны лимба идут за тобой. Тебе не повезло, похуй, кто ты такой. Йоджи гэнг, бабло в крови. Мой блок, кошмары воплоти. Я слышу только виз пилы. Снимаю кожу с Луи Ви. 500 лошадей в моей пиле. Я солид снейк, 1% на всем дерьме. Моя пила. Мою кровью украшения. Кручу сплив, кидаю джею. Я старю, но не старею, Я сниму с тебя лицо. Твою сумку на ошейник. Со мной рот отыщет себе ремесло. Танцую на костях, что горят, будто косяк. Если был бы я тупее, то купался бы в бледях. Наблюдай, как я их утоплю, будто котя. Чтоб ты понял, своими с вышкой ебал твоих тян. Блин, Друзья мои, ну ужасно, я не знаю, зачем вы это меня просите смотреть. Узи в сумке Carhartt, блин, мой московский мир. Просыпаюсь от того, что мне сосет почти модель. И я не кончаю внутрь, она бьет как Артимель. Это тайности картель, я проклятие Аннабель. Если хочешь заплатить мне ДМГР, вот мой имейл, парь. Когда я вот смотрю вот такое, да, мне вот это вот такое ощущение, что вот это какая-то там тайная мечта у этих друзей, товарищей. Где-то там в подсознании сидят какие-то извращенцы. Все, закончилось, слава богу. Вот мрачно, жестоко, зачем это, кому это надо? Единственное, что могу сказать, что у Фараона голос хороший, все остальное дерьмо.